Юрий Георгиевич 30 лет трудился фрезеровщиком. С выходом на пенсию штангенциркули и угломиры в руках он поменял на пакет с орешками. Парк 28 гвардейцев-панфиловцев, чтобы покормить белок, он ходит как на службу. Каждый день, уже 13 лет подряд. Любимое лакомство пушистых – орехи и ядрышки от косточек абрикоса. А это, ну, как у меня знакомый говорил, это белкотерапия. Очень помогает. Я вот 2-3-4 часа хожу по парку и кормлю. И, ну, это заряд бодрости. Белкотерапией увлекается не только Юрий Георгиевич. За 13 лет у пенсионера появилось множество последователей. Одним из первых его примеру последовал Владимир Васильев. Поначалу у дедушек была конкуренция, а теперь крепкая дружба. Которые ходят с этим, интересуются, обычно собираются, а и пошли по кругу. Где ходят белки, там ходят люди, подкармливают. На подкормку белок Юрий Георгиевич тратит почти всю пенсию. Узнав об увлечении пенсионера, ему стали помогать случайные люди. Кто орехами, кто деньгами. Еще бы я хотел особенно сказать добрым людям, которые очень-очень помогают мне. Очень. Приносят орехи, деньги дают. Знают, что я не пью, не курю. У меня все деньги уходят на белочек. Большое спасибо добрым людям. Он говорят, что сейчас мало добрых людей. Много добрых людей. Очень много. Чтобы пушистые грызуны стали есть с рук, у Юрия Георгиевича ушло несколько месяцев. Благодаря опеке алматинца белки стали смелыми. Подбегают практически к каждому, кто хочет их покормить. Особенно дружелюбны зверьки к самым маленьким. Я кормлю тех белок, которые деда Юрия не под силу кормить. Потому что некоторые белки берут не у всех взрослых. Белка песенки поет, и орешки все грызет, а орешки непростые, все скорлупки золотые. По подсчетам Юрия Георгиевича, по парку на сегодня бегают более полусотни белок, а раньше не набиралось и десятка. Алматинец рассказывает, что бельчат сразу приучает брать орехи с рук, но никогда не гладит. Боится, что если белки привыкнут к людям полностью, их можно будет легко обидеть. Юрия Булакова часто называют алматинским дедушкой Мазаем от того, что его белкам хорошо жить в парке. Юлия Искевич, Эльфара Бегусенцов, телеканал Алматы.